Просто билетикус, наверное. Редкий чел. Вот, челика возьму. Поехали. Так, ладно, продаю, беру. Беру. Вот это сюда. Еще четвертый ход там рерола возьмем. Ждем восьмой ход. На восьмой ход сделаем эволюцию в шестую таверну. Там возьмем несколько рагнарож. Вот этих рагнарож поставим. В итоге выиграем. Двенадцатый ход там еще будет этот придет. Мы еще позолотим. В итоге у нас будет очень большой стол. Вот. Я не болею. Ну, ты лучше не говори. Лучше просто дома сиди. Я вот тоже нафиг год не болел. И вот. Опять это ощущение того, что ты не можешь даже нафиг рукой подвигать, потому что тебе плохо. Ну, сейчас мне норм, потому что температура ушла. Слушай, у меня вопрос тебе. Давай. Ты мыслишь на три хода вперед. Больше, не на три. Не, это давай апнемся, слышь, у тебя билка там все дела. Давай. Понимаешь, Hearthstone это то же самое, как то же самое, что водить машину. Ты когда едешь, ты смотришь не то, что перед тобой происходит, а ты смотришь вдаль. Ты смотришь вдаль на 100 метров, на 200 метров, какие там знаки, что там происходит дальше, да? Тут то же самое, ты не смотришь то, что перед тобой стоит. Ты смотришь то, что может произойти через ход, через 2, через 10, через 15, 20, 50. Вот, это то же самое примерно, один в один получается. Вот, офигеть. С Новым годом. Спасибо, шалом, привет. Здорово всем, чат только подошел. Ой. Купри. Офигел. Ну иди нафиг, зачем бафаешь? Бафай ты, бафай, смотри. Ну бафай. Ну сейчас сидит стол, типа для пятого ты сильно. Шестой ход, там еще обилка, еще может шестую карту возьмем. Получается сильно? Ну сейчас крутит опять. Вы офигели? Вот сюда. Вот сюда. Нету, да? Ну и пошел ты нафиг. Вот сюда. Да, все. Ну ладно, слушай, я почти победил. А что взять? Не, ну, кал. Как его там? Не понял. Лесгас вот этот, не буду его брать. Да, рейтинг пипец. Сегодня только апаем, как видишь. Элиска очередная. Ну сегодня две экзоди уже было, походу третья еще будет. Да. А че? Да ничего. Типа норм. Ну просто хотелось в элемов, а что-то как-то элемов нет. Привет, Вадя, твой единственный подписчик, и все это время я создал другие аккаунты и писал тебе с них и ставил лайки. Так почему ты не поставил лайки с некоторых еще аккаунтов, я не понял. Как так-то? Так поставь пару лайков. Спасибо за лайки, кстати, подписчик. Сейчас возьму ход, кстати, смотря, вот она. Лови лайк, спас. Как тебе вообще персонаж вот этот? Ну давай. Ладно. Ну, я не хочу сейвить, что-то слишком сложно долго получается, поэтому просто возьму. Можно было оттуда попробовать достать, слишком сложно тоже, как бы, это у меня хп дофига сижу. Но мифтовер не появился у меня, тебе оставить или взять самому? Оставь, я возьму, заберу. Не зря вылетел, Саш. Ну, хоть что-то может. Стоило того. Да. Но минорм тип. Не понимаю, зачем ты его хейтишь. Да, хороший. Кстати, очень качественная карта. Это чё вообще? Как тебе билка? От 1 до 10. Чё-то никто не вылетает. Чё-то как-то странно, нет? О, Саша. Не буду брать, наверное. Он слабо дает. Мало. Вторую катгашку поставим, а то продадим и все. Получается. Да, получается. Как-то так получается. Получается так, ну просто, видишь, мало. А как? Я не могу сделать. Просто триплет вонючий стоит. Типа поэтому я их не продавал. Может я мог сделать, еще у меня мозга не думает. Ну ладно, под катгарами, может сейчас не вылечу, норм. Вот. Позолотил. Спас. Кстати, номчик. Видишь? Да, это домчик. А у нас свинцы есть? Что-то вообще сегодня все катки без свинцов. Как домчик? Хорошая карта? Понравилась? Ну да, получается. Качественная. Всем советую брать. Кста. Какой у тебя стол противный. Так у тебя хуже. Потому что надо нормальные карты брать. Один вот это вот. Шалопай вот этот. Ну, я бы взял. Но, видимо, насыщ ход.
Не сейчас. Демоны, драконы, звери. Драконы. Два триплета. А может рискнуть? Нет, фигня. Чем можно его продать? Продать вот это. Мекс, ну поставить лучше будет. Мне кажется, я вылечу сейчас нафиг. Тактика классная. Я знаю такую, да, видел пару раз. Да, давай, давай. Может не собирать? Надо собрать, наверное. Глыбыч. Делать случайное существо в таверне Боба золотым. Сделать еще одного Кадгара в золото, вот это нафиг продать и выиграть, да? Как тебе такое? Как тебе такое? Еще одного золотого Кадгара, и у меня будет вообще пипец. Либо новая сила героя. Ну, наверное, золотой Кадгарчик. Это интересно звучит. Сейчас. Вот это сюда. Нет, туда. Адаптозаврик, вот это вот сейчас... Это вообще пипец. Посмотри, сколько Кадгаров это сейчас... Вот ты даже не представляешь, что это такое я сейчас собрал. Потому что это пипец. Офигел. Ладно, все. Ну, типа, все. Это, походу, максимальный стол. Ну, больше не будет. Человеческий мозг просто не может осознать, насколько это много. Но вот теперь это меньше, к сожалению. Но это на самом деле дофига. А, он выжил. Ну да. Реально плагиат какой-то. Даже раскрыться не может, блин. У меня, по-моему, все прекрасно. Собрать еще одного золотого Кадгара и поставить еще одного обычного. Три золотых Кадгара, как тебе? Сясь? Мы что, против сяси остались? Сейчас посмотрим, что сильнее. Вот эта фигня или Элема? Давай. Не, ну а что, если что, Мексну поставим. Прикольно. Хотя, вот это типа сильнее. Ну просто хочется... Не, это сильнее. Пофиг, я соберу. Мексну еще поставим вот это, на этот слот. Сейчас ревендаршка. Вот отсюда. Это не норма. Типа 7 Кадгаров на столе. Это привет Ютабу, кстати. 7 Кадгаров. Алексей, здорово. Ты во сколько начал? Ну смотри, стрим 3,5 часа идет. Здорово, привет. Ну сегодня рано начал. Ну я проснулся в 6 часов вечера и 6:30 начал. Вот я в 6. Типа встал. Это жесть. Привет, Ютабу, что сказать. Это нафиг рекорд какой-то под Кадгаром на столе. Так этого все равно недостаточно, потому что Пыш все равно решает все вопросы. Собака вонючая. Ладно, сейчас переиграем потом. А, у нас свинцов нет, мы не переиграем. Ну, Пыша, сейчас что-нибудь придумаем, подожди. Я не знаю, что правда, но что-нибудь придумаем. Попробуем. Можно поставить вот этого. Он не будет убивать Кадгаров, но тогда он лестница будет фиговая. Либо просто Спарислава. Реально. Можно поставить вот этого Вордалака, он типа ударит один раз сюда и второй раз убьет все равно Кадгара. Либо сыграть еще, так сказать, по-другому. Не, подожди, давай спору попробуем найти. Может, спора придет и все будет классно. Не придет. Не придет. Можно вот этого поставить? Либо. Ну, какую-то фигню, знаешь, ну, чтобы он второго Кадгара не тронул, просто вот и все. Сейчас спорчик, подожди, спорчик. Ну, типа, нету споры, правильно понял? Правильно понял. Ладно, возьму какую-то фигню, чисто рандомную. Поставлю ее куда-то вот сюда. Пускай он один раз ударит, он же первый будет бить, наверное. Сейчас он ударит, типа убьет этого, и все, я победил. Это пипец, на самом деле, у меня стол лютый. И жалко то, что он не может на фулу раскрыться, потому что вот сидит вонючий чел. Но это не важно, потому что я так сильный. Смотри, пошло-поехало. Вот оно, слева направо. Привет, выздоравливай, и поменьше негатива на стримах. Спасибо, так у нас, по-моему, самый негативный, так сказать... Стримы вообще на этой планете, нет? Ну, типа, у меня самые лучшие подписчики, это факт. Всегда были и всегда будут. Нет, конечно, всегда какой-то хейтер один нарисуется там на стриме. Но это ж типа пофиг. А там до бесконечности вообще раскрывается под Кадгарами. Там просто они бесконечные практически. Это, ну, я не знаю, как это выиграть без пиша. Это сложно. Ну, все, привет, Ютабу. За это можно лайк поставить, кстати. Можно, кстати, подписаться за это. И колокольчик поставить тоже можно. Плюс 52. Слабо, правда, ну, по рейтингу. Это победа заслуженная. Заслуженно, на билетикусе. Алло, топ-1 нафиг, третий за стрим. Ну, это было легко. Реально, лайкосик.